Не простое, а золотое. Вот тебе. Сейчас вы меня получите. Сейчас вы все меня получите по яйцу. Ой-ой-ой. Привет, друзья, вы на канале Мульти-Булти, всем вкусняшек, мороженок, и сегодня новый эпизод по GTA 5 модам. Аниматроники Golden Freddy и аниматроники спасают друзей от Спайдермена Майнкрафт. Смотрите, сегодня у меня в главной роли Golden Freddy, Желейный Валера, Бонни и Фредди Фазбер. Да, мы сегодня в главной роли. Так, кто это у нас? О, Бэйби выгуливает какую-то собачку странную. Да, гуляю. Так, собачка какая-то странная, непонятная. Итак, ребята, короче, суть истории. Аниматроники встретились, потому что у той Чеки завтра день рождения. И они решили подарить ей, они ездили в музыкальный магазин и решили подарить ей новый крутой скример. Да, ребята, они его уже купили, они его записали. Так, сейчас я убираю музыку. И сейчас они поедут в дом Фредди, отдадут подарок Фредди, чтобы завтра он уже у нее был. Ну, а потом они приедут и поздравят. Но перед этим, как всегда, вы знаете, куда мы едем? А мы едем на рампу. О, видали, уже сиреневый цвет горит. Сейчас мы в него въедем и мгновенно окажемся на крутичной рампе. Да, ребята, так, раз, два, три, заехали. Так. Мы уже на рампе. Сейчас я разгончик сделаю, Ой. Что это было? Осторожнее, ребята, осторожнее. Са, быстрей. Надо сваливать сейчас, как рванет. Правильно, ребята, Бонни правильно говорит. Ладно. Застряли. Я застрял. Я застрял. Ну, капец, сейчас рампа взорвется, Поехали. Так. Ну чё, ребята, а ну-ка голосуем, станут наши аниматроники на колеса или не станут? А ну-ка голосуем, напишите, станут на колеса или не станут? Я сейчас так разгонюсь. Давай, Golden Freddy, разгон. Блин, даже не показывает спидон, это поломался, потому что скорость нереальная, километр 500. Так, разгон, полетели! Летим? Отлично, летим! Первый раз хорошо летим. Давайте сальтушку аниматроники. Сальтушечка пошла. На колеса, пожалуйста, на колеса. Давай, Golden Freddy. Давай. Есть. Уху, вот это круто. Первый раз за три раза стали на колеса. Отлично. А потому что сегодня у меня новые аниматроники и новая подача. Да, ребят, осторожней, дороги. Все, ребята, мы сейчас направляемся в дом той аниматроника Фредди и Чики. Втихаря вызовем Фредди. Да осторожней. Капец. Вообще, я с тобой больше не сяду, Голди. Проще ездишь быстро! Да ладно, Бонни! Нормально едем, чё? Так, сейчас мы едем, сейчас надо отдать скример той Фреддику, чтобы Чика не заметила, поэтому позовем той Фредди на улицу и вручим ему подарок. А завтра приедем на праздник, на день рождения. Да! Я обожаю день рождения! Так... Даже в глубже, сегодня такая хорошая погода, снега нету. Да, это хорошо. Так, ребята, мы подъезжаем. Подъезжаем к дому той аниматроников, заезжаем. О, приехали. Да, не понял. А что это такое? Капец, это же майнкрафтовские спайдерики. Вы что тут делаете? А, ребята, вы что тут делаете? Вы что? А ну говорите, что вы тут стали? Отдайте нам яйцо! Ты что? Ого, ля!
спрятал у пасти их. Отдайте нам яйцо. Какое? Какое яйцо? Сейчас я тебе дам яйцо. Не понял я, что за прикол? Майнкрафты? Майнкрафтовские спайдермены? Ну все, сейчас я возьму дубину. Давай, Голден Фредди, ребята. Фазбер, Бонни, Валера, Желейный, давайте, отвечайте им. Отдайте яйцо. Да какое вам яйцо отдать? Сейчас мы вам как надаем. Лишь ты сейчас вы яйца получите. Ребята, майнкрафты напали на дом той аниматроников и хотят получить какое-то яйцо. Отдайте нам! Вы что, отдайте, где ты, Фредди? Отдайте нам его! Нет, пока не отдадите яйцо, не получите аниматроников. Не понял я. Какое яйцо они хотят? Фредди! Так, надо срочно найти той Фредди, найти той Чику, ребят, найти. Что за дела творятся? Что вообще происходит? Вот тебе! Фредди! Нет, Фредди! Фредди, Чика, где вы? Отдайте нам яйцо! Сейчас мы получите по яйцу. Вот тебе яйцо. Да сколько же вас, майнкрафтовские спайдермены? Вот тебе, получи. И ты получи. Отдайте нам яйцо! Сейчас мы вам отдадим. Тебе какое? Яичницу. Из трех яиц глазунью. Сейчас я тебе омлетик сделаю. Сейчас ты получишь. Да сколько же вас? Интересно, какое им яйцо надо? Еще не хотят. Отдайте нам яйцо! Капец, ребят, это вообще капец. В холодильнике возьмите яйцо, там целая куча. Ага, вы достали. Холодильник полный яиц, забирайте. Получите, вот вам. Отдайте нам яйцо. Сейчас мы вам отдадим. Сейчас мы только взболтаем с молочком. Получите омлетик, получи, вот тебе. Вот тебе, получи! Давайте, ребята, давайте, гасите! Ух ты, блин! Да как же их много! Откуда они взялись? Спайдеряки! О, значит, вас можно заколбасить! Отлично! Фредди! Отдай яйцо! Сейчас! Вот тебе яичко! Тебе золотое, непростое, да? Непростое, а золотое! Вот тебе! Сейчас вы мне получите. Сейчас вы все мне получите по яйцу. Ой-ой-ой. Осторожно. Давай, Голден Фредди, гаси их. Ребята, где ребята на помощь? На помощь, помогите, Голден Фредди. Ребята, где вы? Сейчас, Голден, держись. Сейчас, идем. Держись, Голден, идем. Давай, Голден. Ух ты, как их тут много. Отдай яйцо! Сейчас ты получишь яйцо! Сейчас я тебе его поджарю! Потом сварю! Потом отварю! Жареное, вареное! Сейчас ты мне получишь яичко! Не простое, а золотое! Все, Фредди! Держи, сейчас мы ему навалим! Вот тебе, подряка! Давайте, ребята, давайте! Надо той аниматроником найти. Блин, где они есть? Куда вы спрятали той аниматроником Майнкрафты? Не скажем. Надо их найти. Сейчас мы найдем ты, Фредди. Ой, мамочка. Давайте, ребята, весь дом надо обыскать. По-любому где-то тут той аниматроники. Вы в холодильник берите яйца. Достали Майнкрафты. Капец, пустой дом. Помогите. Где-то тут вон, все, я увидел. Вон они в клетку посадили. Посадили в клетку той аниматроников. Вон Фредди, Чика. Кто там еще? Цыпа и маленькая Бэйби. Ребята, держитесь. Пожалуйста, спасите нас. Ребята, спасите, мы тут. Что они хотят? Какое яйцо они хотят? Фредди, какое яйцо? Им нужно яйцо инопланетян. Я у них забрал, я его спрятал.
Блин, зачем он забрал у них яйцо, инопланетян? Зачем оно им нужно? Отдайте нам яйцо! Отдайте нам яйцо! Блин, ну все, капец. Сейчас я им отдам яйцо. Сейчас вы мне получите! Жареное, вареное, пареное. Яичко всмятку. Получи. Ну все. Ну все, вы мне лазая. Так, достаю, применяю оружие. О, миниган. Ну все. Все, спайдеряги. Ой, миниган. Ага. Давай, Голди. Гаси. Вот тебе. Куда побежали? Куда вы побежали? А яичко получить? Сейчас вы получите яйцо, инопланетян. Вот тебе! Получи! Вот тебе! Вот. Отлично! Капец! Куда ты почесал? А, все, уже яичко не нужно тебе! Так, где там еще? Где они? Где эти майнкрафтовские спайдеряки? Зачем они напали? Я вообще не пойму, зачем им нужно яйцо инопланетян, если они не инопланетяне? Это раз. Во-вторых, они же из Майнкрафта. Они зачем им яйцо инопланетян? Вон еще один. Ребята, убегайте, ребята! Бля, Фредди побежал. Фредди, ты куда? А куда Фредди ломанулся? Непонятно. Сейчас выясним, что происходит. Ля, Чика бегает. Отдайте яйцо! Кто кричит? Осторожно! Вон он полетел! Кто полетел? А кто там полетел? Так, ну это Фредди полетел. Нифига себе! Видали, босс? Босс майнкрафтовский спайдеряка! Ну все, сейчас я тебе покажу электрификацию всей страны. Ой, вот тут колбасик, на, получил. Сейчас мы тебя колбаснем, вот так вот. Вот тебе столбом по башке. Давай, Голди, гаси его. Так, куда он делся, ребята? Вы хоть лайк поставили за такую эпик? Лайк поставьте, подпишитесь. А кто хочет попасть в конце в табличке, напишите крутячный комментарий, так? Где он? Где этот майнкрафтовский спайдеряка? Куда он полетел? Ой! Вон он! А нет, у наших пацанчики, блин, откуда он гасит меня? Куда он гасит? Он там спрятался, Фредди, вон он! Вот ты где! Ух ты, за кусты сел! Сейчас я тебя колбасну так! Сейчас тебе яйцо зажарю, мало не покажется! А ну вылазь! Вот тебе! Ой-ой-ой! Сейчас я с тобой разберусь! Сейчас я тебя покрашу! Сейчас я тебе яйца-то покрашу! Будет писанки расписные! Так... Я куда полетел? Куда ты идешь? Вон он! Сейчас я тебя заэлектрифицирую! Ребята, держитесь, ребята! Вон он! На! Вот так вот! Фредди, вон сзади! Сейчас! На! Ой-ой-ой! Блин, он меня в камень превратил! Вставай, Фредди, вставай! Капец, как он колбасит! На! А вот тебе электричество! Сейчас ты узнаешь мою левую! На! Вот так вот! Еще разок надо его треснуть! На! На, получи! Вот тебе! Нагаясти! Фредди, мне кажется, ты его заколбасил! Ты его заколбасил, братюня! О,
Ха-ха, прикольно. Ну чё, получили майнкрафтовские спайдермены по яйцу? Зачем ему нужно было это яйцо? Вообще непонятно. Ну ладно, ты же расколбасил. Правильно. Нам не важно, зачем им нужны были эти яйца. Но мы их победили. Да, ребята? Ага, ты просто красавчик. Ну чё, ребят, если вам понравился этот видос, поставьте лайк. А если хотите попасть в эти рамочки, напишите крутой комментарий, потому что самый крутячный комментарий, который я прочитаю сегодня под этим видосом, обязательно попадет в эти рамочки. Ну, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно жмите на колокольчик, чтобы знать, когда выходит новый видосик. А вы были на канале Мультибульти. Подписывайтесь, ставьте лайки, все такое. Люблю, целую ваш Мультибульти. Пошел читать ваши комментарии. Пока, ребята. Покедова, дорогие мои друзьяки, друзьячки и партнерчики. Ну все, ребята, всем пока. Надеюсь, видосик вам понравился. До завтра!